Каждый четвертый человек на Земле боится летать. Конечно, этот страх абсолютно нерационален. Ведь сегодня полет на пассажирском самолете более безопасен, чем еда или даже чем сон в своей собственной постели. Однако, людям свойственно бояться того, что для них непонятно или необычно. Специально для помощи тем, кто испытывает страх во время авиаперелета, мы создали приложение «Летаем без страха» для iPhone. Я хотел бы познакомить вас с возможностями приложения. В разделе «Полет от А до Я» вы увидите 4-минутный видеофильм, объясняющий стандарты безопасности, принятые в современной авиации. Узнаете статистические данные и научитесь корректно воспринимать риски. Вы узнаете, как обслуживаются современные самолеты и как работают экипажи воздушных судов. Из раздела «Страх полета» вы узнаете, почему вы испытываете страх на борту, в то время как большая часть пассажиров спокойно спят или читают книгу. В меню «Как устранить страх» приводятся поэтапные рекомендации по снижению уровня вашего стресса во время полета и до него. В нижней части экрана расположено главное меню. Здесь вы можете ознакомиться с важными фактами о современной авиации, а также о развитии страха перед полетом и методах борьбы с ним. Следующий пункт меню называется «А вдруг?». Здесь в формате аудиофайлов записаны ответы пилота на беспокоящие тревожных пассажиров вопросы о самолетах, погоде, турбулентности и о многом другом. Самый главный пункт приложения – упражнение для контроля над уровнем вашего страха на борту самолета. Так как страх полета иррационален по своей сути, мы уделяем большое значение физиологическим методам контроля над стрессом во время полета. Здесь вы найдете упражнения, которые помогут вам контролировать свою физиологию как до, так и во время полета. Особый раздел посвящен упражнениям для остановки паники на борту, если она все же произойдет. В заключение вы можете еще раз ознакомиться с 10 правилами спокойного полета, сформулированными нами на основании многолетнего опыта помощи беспокойным пассажирам. Я уверен, что это приложение существенно облегчит ваше состояние на борту во время вашего следующего полета на самолете. Летайте без страха!